Во взрослой поликлинике Видновской районной клинической больницы принимают врачи узкого и широкого профилей. Пациент всегда может обратиться к специалисту для того, чтобы решить проблемы, возникшие со здоровьем. Недавно в инфомате появилась новая строка для записи к доктору, который занимается непосредственно представителями старшего поколения. Сейчас у нас начал принимать врач-гериатр, который занимается именно пожилыми пациентами, консультирует их, назначает все необходимые исследования, и он уже решает и записывает, в том числе к тем узким специалистам, помощь которых нужна данному пациенту. Это очень удобно, потому что пожилые люди не ходят по поликлинике, им не нужно бегать по этажам. Врач-гериатр принимает каждый понедельник и среду в кабинете 410. Доктор занимается как профилактикой, так и лечением проблем со здоровьем. А таковых к этому периоду накапливается немало. Список заболеваний и лекарств обычно бывает довольно внушительным. У меня проходит комплексная такая гериатрическая оценка, которая включает посиндромную оценку состояния пациента каждого, каждой бабушки, каждого дедушки. То есть я оцениваю, например, как работают когнитивные функции у пациента. Это с помощью различных тестов мы смотрим на память. Возрастные пациенты всегда обращались за помощью к разным специалистам, но теперь можно в одном кабинете и у одного доктора найти ответы на многие свои вопросы. Врач поможет не только подлечиться, но и определит степень самостоятельности дома и на улице, проведет профилактическую беседу о том, как избежать падений и потери мышечной массы. Лучше, чтобы ко мне приходили пациенты, которые уже с готовыми анализами, то есть от терапевта, от любого узкого специалиста. Вот. Но я сама тоже могу также и выписать направление на общие анализы какие-то, на более глубокие анализы, которые мне нужны. Это там УЗИ, например, там МРТ, КТ, если это нужно. Главная задача врача-гериатра – сделать все необходимое для улучшения качества и продления жизни пациента старшего поколения. И, похоже, доктор намерен справиться с этой задачей на отлично. Галина Житкова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.